Чел знаменит, конечно, привет соседа, да? Многочисленными багами. Багов здесь просто километр. Вот что со мной сейчас происходит? Да откуда ты туда писался? Ой, блин, я испугался. Жесть. Вот. Ё-моё, у него пила в руках. Эй, здорово, ворон. Как дела? И вам приветик, ребятки. Вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем играть в Привет, сосед. Альфа 1.5. Вышло какое-то обновление. Вот. И мы сегодня с вами займемся, знаете, чем? Побываем там, где мы с вами были в прошлых сериях, в прошлых версиях игры, но в этой версии еще не были. Поэтому сегодня попробуем залезть вон туда. Посмотрим, вот в эту вагонетку. Посмотрим, есть ли там шпион. Сейчас я хочу попробовать забраться на этот дом все-таки. Получится он мне или нет? Он не забаговался? Да нет, вроде бы я же уже здесь был, да, мы же с вами залазили. Так, залезь. О, отлично. Мы залазили с вами уже сюда, вот на это гнездо аиста. Вот, да, тут веревка у нас лежит. Так, здесь раньше вот тоже что-то лежало, потом вот на том доме было кое-что. Вот, я не помню, что там было, фотоаппарат был, по-моему, точно. Вот, так, давайте первым делом куда? Ну, здесь понятно, у нас веревка. Так, дальше что у нас? Там вроде бы у нас нигде ничего не было. Я не могу найти котенка. А, и еще вот место, какое я хотел бы посетить. Это вот тут контейнер. Так, не разбейся, чувак, отлично. Так, вот тут где-то был контейнер, и у нас там была маска. Давайте посмотрим, есть ли она сейчас. Да, маска по-прежнему здесь. К сожалению, у меня с собой нету бинокля. Ну, в принципе, она статична, она никак не двигается. Вот, ворон бегает по всей территории. Не знаю, какие-то мелкие исправления вроде разработчики выкатили. Но непонятно, что там конкретное исправление. Так, я почитал вроде там, что какие-то мелкие баги, еще что-то. Вот, ладно, короче, давай посмотрим, что у нас там дальше. Он что-то так и бегает, багуется. Но он здесь... Да, он меня здесь не должен атаковать, по идее, это не его территория. Так, на той вышке я был, там ничего интересного. Сейчас можно, в принципе, туда взлететь, посмотреть. Да, тут Бэтмен явно побывал, смотри. Так, ладно, окей, летим сюда. Так, отсюда я, наверное, до вышки не долечу. Здесь у нас в этом доме конфета, и здесь в этом холодильнике у нас камера лежит. А там, насколько я помню, у нас был второй монитор. Так, залезешь? Да, залез, отлично. По этой трубе, по идее, вообще можно вскарабкаться без ничего. То есть, ну, вот это вот здание. Оп. Блин, что-то у меня соседи там буянят, не знаю. Я уж думаю, что за звуки такие, уж думал, в игре какие-то звуки. Короче, здесь ничего нету. Ну, тут камера лежала, по-моему, или монитор от камеры лежал. В общем, что-то здесь было, я не помню. Ну, что-то такое не особо важное. Так, дальше что у нас? О, даже на этот купол можно встать, нифига себе. Так, там ничего у нас не было. Там тоже вроде бы ничего. Ну ладно, пошлите тогда в сторону вагонетки, попробуем... Ой-ой-ой, не убиться, во-первых. А во-вторых, попробуем туда, наверх. Да блин, серьезно, ты что падаешь? Где? Куда? Все, нашел. Ух, я думаю, уже потерял. Так, короче, на вагонетку нам надо. Там у нас был ключик. Вот, и этим ключиком мы можем открыть вот тут сарай или что тут у нас у этого ворона. Это не сарай, это, наверное, туалет какой-то. Короче, и тут вроде бы как... Вау. А я могу? Нет, я отсюда не могу. Кстати, смотрите, вот здесь замок висит, да? А с этой стороны дверь... И вообще ничего нету. На эту дверь я открыть не могу. Там у нас вертолет, ребят. Кто не знает, тут можно летать, да. Ну, мало того, что можно летать на огнетушителе, так еще и на вертолетике можно летать, нифигово так. Вот. Но чтобы нам заполучить этот вертолет, надо открыть, собственно, этот замок. А ключ от этого замка почему-то там у шпиона находится. Я уж не знаю, по какой он случайности там оказался, но... Фиг его знает, не знаю, так разработчики придумали. И каким образом мы, по идее, потом в полной версии игры должны будем туда залезть, если также на этом, как его, на огнетушителе, то я очень удивлюсь на самом-то деле.
Я пробовал туда забраться уже кошкой, да, вот эта вот кошка, которая... Которой у меня с собой нету, как? А где она? Офигеть! Я заметил, что в этой версии игры, куда? Блин, мне надо наверх, а не под эту штуку. Так, ладно. О, вау. Что себе? Она прозрачная, серьезно. Так, ну окей. Короче, в этой версии игры почему-то предметы у меня пропадают. У меня пропал телефон, у меня пропал, теперь кошка пропала. Серьезно, где она? Странно. Так, ворон подо мной там бегает. Тут у нас вроде бы парк никак не изменился, но тоже времени нет особо, чтобы это лазить. Я даже вне видео не лазил. Короче, нам сейчас теперь надо как-то тягануть и на вот эту вагонетку прилететь. Да, отлично. Ух, хорош, с первого раза. Неплохо. Так, теперь, короче, вниз где-то вот тут вот дверь у нас. Надо как-то так грамотно упасть. Но я боюсь падать. О, есть, да. Хорош, да, ключик здесь, отлично, забираем. Здорово, шпионяшка. Здорово. Эй, ты. Он по-прежнему такой же прозрачный, по-прежнему глаза у него закрыты, и он по-прежнему делает вид, что он там что-то делает, как будто у него что-то в руке находится. Но он просто, короче, вообще прозрачный, то есть это на нем даже нету никаких этих, как его, то есть это даже не NPC, на нем даже никаких текстур нету. Такой, короче, призрак-шпион. Так, нам надо теперь наверх. Ну, то же самое у нас было в первой альфе. Ничего не изменилось, а нам надо... Ой, наверх, отлично, залез. И теперь вот туда, на тот... ну хотя мы туда сможем слетать, когда у нас будет вертолет. Ладно, тогда полетели к ворону. Блин, как все светло стало. Странно, интересно. Так. Только не убейся, мужик. Блин. Почему ты так падаешь? Ё-моё, куда улетел мой огнетушитель теперь? Что? Пипец! А, вот, крюк здесь. Огнетушитель где? Алло. Ё-моё, куда он улетел? Посмотри, жесть какая. Чё за жесть, блин? А вороны, летайте давайте быстрее, надо огнетушителям. Они не летают. Он мог забаговаться и вообще улететь. Фиг его знает куда. Под землю даже мог провалиться. Ладно, фиг с ним, с этим огнетушителем. Пошли. Возьмем ключик и попробуем уже открыть этот замок. Давай. Да, есть! Вертолетик есть у нас, ребят. Отлично. Так, я его должен надеть. Да, я взлетаю. Он летает, конечно, медленно, не так, как огнетушитель. Но зато... А, вон, смотри, огнетушитель, видал, где эти вороны там? Так, я его могу снимать зато и потихоньку спускаться. Все, побежали. Вот тут где-то огнетушитель. Видал, как, где я упал и где, и куда огнетушитель улетел? Он... А, ну он прямо сюда, между забором, видимо, упал куда-то и улетел. Так, теперь что? Ну давай первым делом тогда пойдем, посмотрим там... На тот другой этот вагончик, нигде у нас был шпион, а другой, собственно, взлетим. Посмотрим, изменилось ли там что-то. Раньше у нас, по-моему, был... А, не было входа, да, я там в режиме призрака летал. И вовнутрь этого вагончика я залазил. Вот, а сейчас посмотрим. Да, этот чувак по-прежнему здесь. Маска у него теперь вообще даже на месте стоит, смотри. Она вообще на месте. Раньше она у него на лбу была, а сейчас она вообще забаговалась. Так, сквозь вагончика я пролететь не могу. Внутри вагона. Ну ничего, этот чувак стоит и все. Он вроде бы, как вы говорили, там не шпион, они вроде разбойники или кто они там. Ну какие-то, короче, какие-то чуваки непонятные. Ладно, ничего, короче, здесь такого. Я на этот вагончик встать могу? Да, я на него встать могу, в принципе. Вот. О, полетели сюда, вот на этот дом. Вот этот дом раньше, он был, ну, такой закрытый, скажем, там нельзя было пройти, там невидимая стена была, вот. Я еще, короче, думал, что вот можно по вот этим проводам ходить, но фиг там, я их сквозь их пролетаю, и то есть они тоже без текстуры какой-либо. Да, я вовнутрь вот сюда могу, а, все, даже не могу дальше, даже вниз не могу спрыгнуть, прикинь. Ну, понятно, короче.
Понятно. Ладно, с вагончиком ничего не понятно. Полетели тогда вот на тот домик. Полетим, посмотрим, что там. Да, можно вот так вот на ходу этот снимать, вертолетик, и быстрее перемещаться, потому что он летит, ну, поднимается вверх-вниз еще более-менее, а вот в сторону летит совсем что-то как-то не быстро, не быстро. Ладно, летим на этот дом тогда и посмотрим, что там есть, что там нового, что там изменилось, может быть, что-то добавили. Вот, кстати, насчет концовки, вот в предыдущем ролике, ребят, я вообще что-то, честно говоря, не понял концовку. Когда вот дети идут вначале, да, там заметил, там двое детей и ворон с ними. Эти двое детей, я так понимаю, это дети соседа, да? Вот, а ворон, возможно, их друг или еще кто-то, или, может быть... Так, фотоаппарат мы нашли. Фотоаппарат, да, прикольная вещь такая. Мы можем им делать скриншоты. Допустим, фотографировать. И хоп, у нас скриншот появляется. То есть это как будто бы, ну, как... Так, подожди, а как увеличивать? Вот это я не помню. Блин, вот я балбес. Я взял фотоаппарат, выкинул. Так, ладно, фиг с ним, с этим фотоаппаратом. Но он, правда, он реально не нужен. Такая вещь не особо, короче, полезная. Просто делаешь скриншоты, так я и так могу делать скриншоты. Так, ладно, давай вот тут смотреть. А здесь у нас, по-моему, вот эта камера, да, которая умеет летать. Она как-то... Да, только для нее нужен специальный какой-то телевизор. Ну, вот такой, который мы в камеру смотрим. О, вдруг она сейчас работает? А вдруг она работает? Давай, надо проверить. Пользовать. Так, надо его выбрать. А, так, активировать. И давай берем камеру. Оп. Выбираем ее и заходим. Так. Камера одна, камера вторая. Камера третья. А где? А это где камера? А, их ворон похитил. Их ворон похитил, а они активны, смотри. А, нет, это они у меня в вагончике лежат, серьезно. Да, все-таки вертолетик, смотри, нельзя выбирать. Это они у меня в вагончике лежат. Да, две камеры, они лежат в вагончике. Блин, вот же жалко, а? Слушай, прикольно, но и не прикольно. Так, а вот это что такое стоит? А, чайник, что ли? Так, ну ладно, окей. Ничего, короче, такого нового, по сути, нету. Вертолетик я зайти не могу. Блин, ну обидно, обидно. Где-то раньше этот монитор был... А сейчас его нету, я даже не знаю, какая-то коробка у меня тут появилась. Слушай, эта коробка, откуда она у меня взялась, а? Я вообще же не брал никаких коробок, иди нафиг. Непонятно, может, эта коробка в телефон как-то перевоплотилась, непонятно. Так, камеру тоже здесь бросаем. Так, ну, а где этот телевизор был, я вот не помню. По-моему, он там вот наверху как раз-таки был. Или на одних из домов он был, этот телевизор. Ну, я не помню, ребятки, я не помню вообще. По-моему, да, по-моему, где-то он на одном из домов был. Но сейчас я все дома тут облазил, и со всей ответственностью могу заявить, что тут нигде никакого телевизора я не встречал. Вот этого специального. Ну да, получается, что все, мы везде побывали, кроме там парк аттракционов. Вот, но туда особо пройти нельзя, смысла туда идти нету. Только если в режиме призрака. Сейчас я не знаю, пока режим призрака доступен или недоступен. Вот, ну... Фиг его знает. Короче, тогда ничего пока нового из контента... ну, в смысле, ну, это много что в контенте, да, что, много что добавили. Контента предостаточно, но ничего нового, чтобы мы могли что-то упустить, да, вернее, что мы все посмотрели, все, что добавили, мы посмотрели. Так, а здесь... А, я еще... А, у меня здесь еще до сих пор генератора нету, я же его вроде приносил сюда. Или как? А, он вон он где. Ясно, генератор вот он где. А где провод? Генератор есть, а провод где? Алло, гараж. Там, по-моему, мне осталось последнюю конфету принести, и все, и типа игра будет завершена. Смысла нету, получается.
Ладно, окей, я понял. Просто я хотел одну теорию как бы проверить. Я думал, знаешь что, сделать концовку и попробовать... А, хотя какой смысл? Валерка-то внутри. Я думал, камеру снаружи, помнишь, как мы в прошлый раз с тобой делали? Камеру снаружи ставили и смотрели на Валерона вблизи. А сейчас Валерона-то нету. Валерон теперь внутри, он был раньше на улице. То есть мы из чердака выходили, и он был вот здесь на улице. Он приезжал на машине сюда, а теперь-то он внутри. Пипец, да? Жесть. Так, залетай, подожди. Так, залетай. Да, по-моему, я все конфеты сюда засунул. Я сейчас, честно говоря, не помню. Сколько у меня тут конфет? Раз, два. Блин, я застреваю тут. Раз, два, три, три. А, еще двух конфет не хватает. Привет. Привет, детки. Блин, мне интересно вот этого ворона бы рассмотреть. Посмотри, вот это же дети соседа получается, да? Дети Валерона. Это его дочка, это его сын. А вот это третий, это может быть и есть ворон. Может, он и был их каким-нибудь другом, выяснится, да? И они, может, все над ним что-то там издевались или прикалывались. Или, может быть, сосед Валерка запрещал с ним играть. И потом тот вырос, ворон, обозлился и похитил Валерку. А? Как тебе такая идея? Это что такое? Он фотоаппарат уже мой притащил сюда, прикинь? Офигеть! Ты серьезно, бро? Жесть! Реально фотоаппарат притащил уже сюда. А тут что у тебя? Провод! О-о-о-о! А где? Что с ним? А, жесть! Мы сейчас проводом. Ай, баги. Чел знаменит, конечно, привет, соседа, да? Многочисленными багами. Багов здесь просто километр. Вот что со мной сейчас происходит? Да откуда ты туда писался? Ой, блин, я испугался. Жесть. Вот. Ё-моё, у него пила в руках. Ты видал, у него пила в руках. Смотри. Да... Я уже не на твоей территории. У него болгарка в руках, реально. Жесть, ты где болгарку взял, эй? Офигеть, вот этот кринж, конечно, это жесть какой-то. Так, тихо. Блин, все мои инструменты пораскидывал. Так, фотоаппарат, пожалуй, заберу. Что тут еще? Он что-то пилит болгаркой. Он пилит, серьезно. Жесть, так. А где у меня что-то еще был? Гвоздодер где-то еще, да? Блин, пошли все выложим, пока он не похитил. У него болгарка в руках. Офигеть. А, гвоздодер у меня. Ладно, я фотоаппарат, пожалуй, здесь. Ё-моё, что происходит? Так, гвоздодер тоже можно положить? Ну окей, ладно, пусть так хотя бы. Так, возьму, наверное, огнетушитель. А что он болгаркой делает? Я еще ни разу не видел, чтобы он... Вот этот звук. А что ты делаешь, бро? Что он с болгаркой делает? Да блин! Ай. Где он? Он где-то летает, это же на огнетушителе. Вон он, болгарка в руках, офигеть. А если у него болгарку как-то из рук выбить? Эй, ты где, ворон? Он сюда бежит? Да, он сюда бежит. Да иди ты нафиг. Так, тихо. Вот он сейчас наверху. Он тогда тоже как будто наверху что-то пилил, правильно же? Может быть, он вот это вот пилил? Может, он тут дело, знаешь, это? Дверь мне запилил. Так, ну-ка, подожди. И он где-то наверху лазит. Короче, я фиг его знает. О, здорово. Да, у него болгарка, смотри. Смотри. Не-не-не, бро, иди нафиг. Не-не-не, иди отсюда. Закрыто. Ой, жесть, да блин, я закрыл дверь, нету никого дома, уйди, говорю. О, есть. О, болгарка, бери болгарку. Он и не берется, прикинь. Так, возьмись.
возьми. Во, давай кинем. О, попал. Так, где болгарка? Она не берется, прикинь, бро. Блин, обидно. Жесть. Так, что там, можно взять что-то? Возьмись. Да на нафиг. Так, возьми. Да блин, что происходит? Ой, у меня ящик. У меня же ящик в руках только что был. Блин, огнетушитель теперь мой там. Эй, отдай огнетушитель. О, нифига себе, монстр с болгаркой на меня летит. Давай, огнетушитель, сюда. Все, бро. Да, уйди. Уйди. А где болгарка опять выпала? А где огнетушитель? Да, ё-моё, ты достала. Уйди. Да почему? Я же попал по нему. Во, ебой. Короче, вообще жесть, что происходит, ребят. Так, двери закрывай быстрее. Все, стоим. Все, иди нафиг. Ой, не-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 
забери, забери, забери. На, по голове опять. Так, все, двери закрой. Закрой двери. Все. Тайм. Так, отлично. Он не может сюда попасть, потому что я возле в дверях. А если мне в мусорный бак? Оп. О! Нифига себе, он даже с мусорного бака мне достает. Серьезно? Да ё-моё, по голове. Да бей его ногами, блин. Бей его ногами. Я не знаю, в кость ему. В кость ему этот, вгрызся с зубами. О, вот ты достал, воробей. Ящик. Полетел куда-то. Так, где мой огнетушитель? Да я огнетушитель просто заберу и все, бро. Короче, ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Потому что это нескончаемые потоки ворона, блин. Он постоянно меня агрится и агрится. Я даже не понимаю, я уже не лезу к нему. Он, смотри, мне за территорией меня пытается поймать. На, блин, забери свой мусор вонючий. Раскидал тут по всему нашему колхозу. Все, ребят, с вами был Максим. Я надеюсь, вернее, не надеюсь. Я думаю, что до обновления теперь мы про игру «Привет, сосед» можем забыть. На время, да, скажем так, потому что больше никакого контента здесь нету пока что. Надеюсь, что в скором времени опять же завезут. Может, это, скорее всего, уже ближе к Новому году, я думаю. Вот, когда как раз-таки какие-то крупные события будут происходить. Вот. И мы опять посмотрим с вами, что там нового. Надеюсь, что будет все круто. Ну, с вами был Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, либо отписывайтесь, если вам не нравится то, что я снимаю. Иди нафиг, блин. Это хейтеру я сказал, кстати.